Почти каждый день несколько групп сотрудников спорткомитета «Химок» выезжают на детские площадки. Это своеобразные игровые дружины, которые приучают подрастающее поколение к физической активности. Так в округе реализуют программу «Спорт в каждый двор». Инспекторы по играм появились в «Химках» 2 года назад. И на свои мероприятия всегда собирают много детей. Сегодня веселили малышей и их родителей на площадках микрорайона Левобережный. Тяжелее всего работать где-то до 4 лет, потому что они с трудом понимают, что от них хотят. Но, в принципе, можно договориться, как бы начинают понимать после там энного количества повторений. И если такие есть где-то 15-16 лет, ну, вот они компании приходят, вот с ними тоже приходится иногда повозиться, но это все, как сказать, решаемо. Да, я еще не отец, я еще сам, можно сказать, ребенок, только 18 лет. То есть вот. Ты с удовольствием сам принимаешь участие в играх? Да, я, честно говоря, я сам радуюсь, как бы я вижу, как дети играют, и мне как бы становится интересно тоже с ними поиграть. Инспекторы по играм в день посещают 4 детские площадки, обычно независимо от погоды. Зимой обещают научить ребят кататься на коньках и играть в кёрлинг.